Друзья хорошо там, где нас нет. Стоит ли уезжать работать за границу. На самом деле статистика э, на сегодняшний день неутешительна. Что касается э, миграции наших людей за границу в поисках лучшей работы, в поисках лучшей жизни. По последним данным, около 5 миллионов человек э, в настоящее время пребывает за границами Украины, работая легально и нелегально. Медики не являются исключением в этой ситуации, и по данным нашего МОЗ, можно так сказать, каждый год за границу в поисках лучшей работы и жизни уезжает порядка 7 тысяч медиков. И, и это не предел. Почему я затронул эту тему? В этом месте у меня должен быть ролик, я вот смотрю, жду, его нет. И вспомнил, что его нет. Но я очень быстро прокомментирую. Это ролик из репортажа ТСН. Вероятно, вы все его видели о том, как каждый год все больше и больше медиков уезжают, особенно наши приграничные районы, Западная Украина. И показывают, как это плохо, сколько уже не хватает докторов, медсестер и так далее. Так вот, вообще эта мысль об этом докладе пришла мне в голову после того, как я увидел этот ролик, раз. И второе, месяца четыре назад была у нас конференция, на которой ко мне подошли два молодых интерна и говорили о многом, в том числе о бесперспективности работы в Украине. Кроме этого, вспоминая свои мысли об эмиграции, мне это тоже коснулось, после всего этого я все-таки вот решил сделать такой доклад и помочь разобраться студентам и молодым докторам, так все-таки стоит ли уезжать или остаться. Здесь показаны основные направления эмиграции украинских медицинских работников, ну, в частности, это приграничные республики, Чешская, Словакия, Венгрия, Польша, Прибалтика, Германия, ну и так далее. Семья. Да? С 2007 года, когда я был студентом пятого курса, именно тогда ко мне в первый раз пришли в голову мысли, может, стоит уехать. Примером послужили две мои красавицы, сестры родные, которые не медики, но после первого курса обучения в технических вузах они уехали по программе в Германию, где потом продолжили свое обучение и остались жить. Для того, чтобы разобраться все-таки, почему я здесь, сейчас стою перед вами, спустя 10 лет, а не там. Давайте посмотрим кратко мой путь. Ну, первым решением было моим закончить институт медицинский, это логично. С 2007 года, я извиняюсь, после пятого курса я пришел на кафедру онкологии, где повстречал замечательного человека, профессора, наставника Шевченко Анатолия Ивановича, и да, на самом деле, следующая моя фраза была «Позвольте мне отойти от доклада, Анатолий Иванович сегодня здесь, и поаплодировать ему, но вы меня опередили». Кто был на нашей кафедре, знает, что наша кафедра состоит, по сути, из трех кабинетов, в которых сконцентрировано невероятное количество интеллекта и сил, и мощи. И вот заслуга Анатолия Ивановича, прежде всего, в том, что он как он говорит, главное не мешать. Анатолий Иванович, вы не только не мешали, но и помогали. Он давал нам развиваться, подталкивал, ничего не запрещал. И у него очень много учеников, и большой вам за это поклон. Поехали дальше. Так вот, я вдохновился энергией энтузиазмом Анатолия Ивановича и начал плодотворно, скажем так, активно работать, будучи студентом шестого курса. И через полгода на студ конференции я занял первое место. Это вдохновило. Затем Анатолий Иванович пригласил меня в интернатуру, где я провел полтора года. И ушел после окончания интернатуры работать в девятую больницу. Тогда еще мысли меня не покидали об эмиграции, и я думал, что этот год работы в больнице даст мне опыт. 200 человек, район, где ты один онколог, выезды, консультации, разные больные. То есть это был очень, очень классный опыт. Но потом Анатолий Иванович сказал, Артема, давай в аспирантуру. И вот это было такое сложное решение, но я сказал «да», и… И пошел вперед. На самом деле эти пять лет аспирантуры были, наверное, самыми сложным этапом. Этап, когда ты очень много отдаешь и мало получаешь. Ты много работаешь, отдаешь всего в себя. А финансовая часть, да, вы понимаете. А ты уже растешь, ты уже мужчина. Все было не так просто. Но благодаря тому, что с 2011 года я начал участвовать в клинических исследованиях, это дало определенный такой финансовый базис. И, и прилив сил. С 2011 года этот год очень сильно повлиял на мое решение остаться в Украине. Почему? Потому что появилась мечта, а затем и цель участвовать в открытии и в развитии частного онкологического центра. Возможно, эта мечта и не появилась в моей голове, и не превратилась бы в цель не будь рядом сильного лидера и одного из моих наставников опять поклон, да, колесника Алексея Петровича. Так вот, друзья, 2014 год, начало войны, очень тяжелое время, когда все цели были поставлены под большой вопрос. Но несмотря на все страхи, несмотря на неблагоприятные экономические, политические прогнозы, Алексей Петрович нашел все силы и дал начало этой цели, открыв кабинет амбулаторной химиотерапии. 2015 год, ну это такое уже да, логичное завершение моей аспирантуры, защитой кандидатской диссертации. Прежде всего эйфории никакой не было, на второй день я забыл, что я, там, я кандидат наук. Но что дала, дала, эта работа, этот период, огромные знания, силу, уверенность, зрелость, самое главное. Вставил детей в свой путь, потому что они вот друг за дружкой пошли, 16-17 год, и это действительно большая ответственность, работа и действительно путь, и это здорово. В 2017 году, скажем так, я уже окончательно понял, что чтобы реализоваться, не обязательно уезжать за границу, что прежде всего нужно сконцентрироваться на, на себе, на своем развитии, на своих сильных сторонах и двигаться вперед. Убежать не удастся. Все то, что вас окружает, тем вы и являетесь. Я пошел вперед. И я остался конечно ребята путь у каждого свой а мой доклад он не будет однобоким с однобоким призывом вы это увидите но вопрос в том сколько у вас времени какие ваши цели какие ваши мечты сколько времени вам понадобится чтобы пройти эту дистанцию в украине ну хотя бы даже мой пример да это 10 лет 11 сколько понадобилось бы времени чтобы пройти эту дистанцию за границей? Выбор в любом случае остается за вами. Давайте сейчас поговорим все-таки о реалиях и о тех насущных проблемах, ввиду которых украинские медики покидают Украину. Ну, первый момент низкие зарплаты врачей. Самый адекватный, самая адекватная в плане причина, почему стоит уехать, финансовая составляющая это реалии. Работа на устаревшем оборудовании – это тоже реалии. Большинство врачей в своей практике и клиник, в особенности государственных, именно работают в таких условиях, и это не секрет. Далее. Отсутствие современных стандартов диагностики и лечения. У нас есть украинские стандарты, мы их все видим, не только в онкологии, но они устаревшие, они редко обновляются, в них нет, они не адаптированы под международные стандарты, что является очень важным, потому что все-таки там, где есть наука, там есть исследования, там есть стандарты, доказательная медицина. У нас с этим пока тяжело, поэтому нужно брать и адаптировать то, что было сделано по вот совсем недавно, правильный шаг, адаптировать наши стандарты под европейские. Возникнет вопрос, стоит ли их осваивать? Ведь честно вам скажу, когда я езжу на международные конференции, все это слушаю, волосы чуть-чуть осталось, но все-таки дыбом. Почему? Потому что реально я могу применить в госструктуре, где я в частности тоже работаю, но ну, не более 50-60% из услышанного, а может даже и меньше. Но я вам скажу, да, нужно. Почему? Первое. Вы не будете местечковым доктором, вы сможете быть конкурентоспособным и оказывать медицинскую помощь всем прослойкам населения. Мы не забываем, да, как говорит Алексей Петрович у Ашана негде машину поставить. То есть у некоторых есть, есть какая-то прослойка, которая хочет качественной помощи. И, возможно, не уезжала бы за границу. А вы будете конкурентным кандидатом для трудоустройства в частную клинику, где никто не хочет слушать, что вы работали в тех условиях, там не было денег, вы, поэтому вы знаете только зеленку или еще пару препаратов, то, что у вас в аптечке было. То есть никого это не интересует. Вы должны знать международные стандарты, и быть, уметь их применить. И тогда вы сделаете шаг вперед, вы станете более ценным и поднимете свою цену на рынке, который все больше и больше развивается. Дефицит лекарственного обеспечения больниц, <coughs> да, действительно насущная проблема, и в том же репортаже, который у меня забарахлил, там была некая эйфория у людей, которые уезжали за границу в первые, особенно там, пару месяцев, врачи наши, и когда у них брали репортаж, они говорили, тут есть все, вот эта эйфория. Но она проходит, к хорошему быстро привыкаешь, но мы постепенно решим с помощью реформы и эту проблему. Ограниченность возможностей профессионального роста, это правда. Будучи на ЭСМО конференции, на которой было 25 тысяч человек, онкологов, там была отдельная секция, как развиваться молодому доктору и даже студенту. Масса программ, тренингов, грантов, конференций и так далее. Кроме того, я бы сюда в минусы отнес насущную такую проблему, что когда молодой специалист приходит в больницу, на него смотрят как на конкурента взрослые, да? не, не оказывают должного внимания, игнорируют профессионально и, скажем так, не мотивированы его обучать. Социальная незащищенность, да, в Европе с этим проще, есть социальные какие-то гаранты, но прежде всего для граждан того же Евросоюза, для приезжих как бы все сложнее, но можно выйти на тот уровень, когда вы будете социально защищены и не будете думать о выживании, не будете думать об инфляции, валюте и так далее. Вот это, это и есть. Защищенность, нежелание не работать по государственному распределению, да, никто не мечтает на, на попасть в 21 веке в такое медицинское учреждение и сделать в нем карьеру. Может быть, мы концентрируемся только на негативе, может быть, для того, чтобы как-то оправдать свои несбывшиеся амбиции или неудачи. Давайте постараемся найти позитив, будем говорить о настоящем и ближайшем будущем нашей медицины. Значит, первое, то, что меня вдохновило, когда я слушал э, медицинский форум год назад ровно, меня вдохновила вот эта фраза, она так и звучала, «Украинская экономика оттолкнулась от дна, я глубоко вздохнул, дальше опускаться некуда, и это касается, и теперь будет медленное, но движение вперед, вверх, со дна». Это касается и медицины, то есть если взять… Э, частный сектор, да, то конкуренция в частном секторе, в украинской медицине, она очень слабая. И на самом-то деле это интересно инвесторам, в том числе и международным, иностранным инвесторам, потому что окупаемость медицинского бизнеса в Украине порядка трех инвестиций, трех-семи лет, что на порядок ниже, нежели в Европе. Увеличение количества частных клиник. Хорошо это? Конечно, хорошо. Первое, я вам говорил, что вы можете быть кандидатом, попасть туда. Это дает более адекватные зарплаты, отношения, возможность развития. Ну, к примеру, в современных клиниках, мы знаем пример, и в ближайшем будущем, я уверен, вот в этой клинике вам знакомой, будет такой подход. То есть все доктора будут проходить каждый год несколько стажировок. Выбирать или им подсказывать, в зависимости от их квалификации. И львиная доля этих затрат будет уходить как раз на плечи частных этих клиник. И так и есть в настоящее время. То есть человек будет ездить, обмениваться опытом и так далее. Увеличение количества клиник с европейской сертификацией это тоже реалии, ближайшее будущее. Все к этому стремятся. Что это дает? Это дает авторитет, это дает возможность эффектив... увеличить свою эффективность клиники в работе. Это дает возможность выйти на новые рынки, в том числе и международные. Да, вы все правильно услышали. Почему бы нет? Почему бы не лечить европейцев? Потому что в этой конкуренции цена-качество, я думаю, пройдет немало времени, и мы можем хорошо побороться. Клинические исследования ⁇ это наша команда. Однозначно это очень позитивный, классный шаг. В Украине сейчас все больше и больше заходит клинических исследований, не только по онкологии, но и в других специализациях. Для доктора это возможность профессионального роста. Для доктора это возможность еще одна, использовать те стандарты международные, которые он будет знать, потому что там самые современные препараты пациенту бесплатно предоставляются, и схемы, стратегии. То есть это очень здорово и для доктора, и для пациентов. Но мы сейчас о врачах. Реформа здравоохранения Алексей Петрович очень круто показал. В частности, там полное покрытие государством помощи. То есть это тоже шаг вперед в нашей медицине сегодняшней. Возможность самостоятельного поиска студентам места интернатур, интернатуры и работы – Сейчас вы, наверное, скажете, ну, это сложно, как это прийти в клинику, там все места заняты и так далее. Да, будет непросто. Как сделать проще? Очень простой совет. Многие, я думаю, здесь пассионарных людей им воспользовались или пользуются. Нужно взять на себя ответственность на два года, три раньше, нежели ты окончишь институт. И за эти три года пойти в больницу, найти наставника и работать в той специализации и к окончанию института, поверьте, у вас уже будет место, если вы того стоите. Вот. А второй момент, уехать глубоко и далеко, вот тот, ту суперклинику, которую я показывал, можно и без распределения, верно? Если не найдете. А раньше было распределение, нет, ты поедешь туда. Нет, не поед... поедешь, поедешь. То есть вам дали выборы, это здорово. Теперь на вас ответственность, а не на вышестоящих людях. Увеличение количества и улучшение качества услуг в сфере медицинского страхования тоже движется вперед. Не будем на этом останавливаться, но вы сами это понимаете: это, это деньги, это бизнес, и это тоже идет. С какими сложностями столкнутся молодые доктора, которые едут работать за границу? Теперь пару слов о минусах. Мы сказали о плюсах, о минусах у нас, да, о плюсах у нас. Когда говорили о минусах у нас, мы говорили о плюсах в Европе. То есть все честно, я не показываю однобоко. Но теперь давайте, может быть, развенчаем в вашей голове некоторые мифы о сладкой жизни за границей. Так вот, первое, профессиональная адаптация. Ну, для вас не секрет, что человек, который поедет туда, он профессионально падает в статусе, и из, если он уже квалифицированный врач, а уезжает и такие, он превращается в ассистента врача. Этот путь проходит от двух до пяти лет. Здесь страдает и его эго, да, и, и какие-то, возможно, навыки. Он уже делал намного больше, чем может делать за границей. Финансовая часть страдает. Увидеть экзамены профессиональные языковые. Лучше всего на примерах, да. Есть у меня доктор, знакомый, который онколог, который закончил интернатуру в нашем диспансере. Так вот он рассказал, он объездил множество клиник в Германии, молодой доктор после интернатуры, и сказал, что из 70 человек 17 только сдали экзамен. Все это время вы находитесь там, да, вас кормят родители, скорее всего, если вы молодые, платите за экзамены и так далее. Вот вам пример из э, словакской газеты, где такой секрет открыли только в 21 веке, что в Украине можно финансово как-то воздействовать на, на свой диплом, в том числе и в медицине. И как следствие ужесточение и того непростых правил для, для того, чтобы подтвердить диплом, либо сдать экзамены и начать свою практическую деятельность. Далее, временная... Врачебная лицензия с необходимостью подтверждения. Но это касательно Германии. Я тут уже частные примеры. Экзамены всегда платные. Плюс, как я сказал, проживание и все остальное. Ограничение действия диплома и лицензии на территории всего Евросоюза, Словакии. Не все так просто. Вы приехали в Словакию, потратили 5 лет, вам разрешили заниматься практической деятельностью, а дальше мигрировать по Европе вы не можете с украинским дипломом. Вы поедете в другую страну, к примеру, и опять должны проходить заново путь. Если бы у вас был словакский диплом, тогда проще, тогда он признается. А наш не совсем. Настрификация, да, такой термин сложный, Польша. Необходимость подтверждения диплома. Даже такое до сих пор существует. Смотрят ваш диплом, каких не хватает там, часов или чего, вы начинаете доучиваться, интернатура в том числе. То есть тратите даже время на обучение, не то что на адаптацию. Работа не по специальности. Скажу вам больше, может даже не по профессии. Кто-то поехал, переоценив свои возможности, или он не стрессоустойчивый, легко сдался и пошел работать даже не по специальности, не по профессии. А вот конкретно по специальности, вспоминаю про свою знакомую, смышленый очень человек, онколог все тот же, который уехал. Да? Так вот, она объездила все клиники Германии, с ее слов, и устроилась гастроэнтерологом, и была безумно этому рада. Честно то есть онколог, гастроэнтерологом. Ну, отлично. Так вот, пока я рассказывал, вы уже увидели, да, вот эти цифры. Эти цифры без, после уплаты налогов. Ассистент получает 2000, вот, а начинающий ассистент 600 евро. Словакия, видите, еще ниже, Эстония более-менее, Латвия, Литва тоже нет заоблачных цифр. И сюда прибавьте, вы иностранец, жилье, аренда, может быть, кредиты, машина, заправить, одежда, питание отдых, косметика и так далее, сколько у вас останется. То есть ну, не пахнет той жизнью, о которой вы так думали. Это цитата, давайте прочитаем. Я уверена, молодого доктора интерна, который работает в Словакии, что в Украине тяжело и трудно, и работы много, а, это здесь, да, работы в Словакии много, тяжелее в моральном плане. Сказать, что финансово мы получаем здесь гораздо больше, это не так, Конечно, если сравнивать зарплаты с украинскими, то они выглядят большими, но и тратим здесь гораздо больше. Без помощи родителей сейчас, пока я специализируюсь, 2-4-5 лет было бы очень сложно. По сути, картинка похожа на наших молодых докторов, может быть не такая экстремальная и более социально защищенная, но финансово никак она не отличается особо. А теперь посмотрите, друзья, славянская газета называет докторов, лекарей, да? То есть это не, не, рабочие грузчики. Так вот, нас называют противники стратегий краин, Украина. ценная необходимость, а не возможность. Вы живете в Украине, в третьей, вы так себя считаете? А именно так к вам будут относиться. И они еще подчеркивают, что это не мож... необходимость, не об... не подумайте. То есть не ждут наших молодых специалистов, с качественным дипломом, знаниями и умениями, навыками, что касается молодых докторов. Цитата человека, который эмигрировал в Америку и реализовался как врач, на самом деле. Ну, давайте посмотрим. Сейчас это о социальной и культурной адаптации. Сейчас, спустя 9 лет, я не могу однозначно ответить на вопрос, жалею ли я или нет. Головой я больше все равно живу в Украине. За 9 лет я не стал американцем и гораздо больше ощущаю себя живущим на Украине и приезжающим сюда на работу. Я даже называю себя гастробайтером. Мне гораздо комфортнее в Украине, если не брать во внимание работу, стабильность, ну как обычно. Теоретически, если бы мои близкие были в Украине, и найдя я работу с той же зарплатой, что и тут, я бы, наверное, переехал. Наверное, я бы даже не учитывал доход, если бы мои ближайшие родственники были бы в Украине. И второй такой более эмоциональный, но тоже говорящий о социальной и культурной адаптации. Когда я приехал в Украину, в моей голове были три слова. Это моя страна. Как бы пафосно это ни звучало, твоя страна – это зона твоего комфорта. Когда люди говорят на твоем языке, когда у них такое же прошлое, как у тебя, когда они тебя понимают. Из этого для меня складывается моя страна. Я приезжаю в Украину и сразу понимаю, я дома. Вопрос. Бывают ли примеры успешной иммиграции? Что касается докторов, я такую не знаю, почему. Потому что успешная иммиграция — это не только профессиональная реализация. Вы должны это понимать. Потому что наша цель — быть счастливыми. А счастье — это очень-очень очень широкое понятие. Но я знаю один пример. Это моя сестра старшая. Младшая тоже будет смотреть, пусть не обижается, она тоже. Но мне нет времени много про двоих рассказывать. Я про расскажу про старшую. Так вот, она училась в Запорожье, в нашем машиностроительном институте, и точно так же проводила время, здорово, как и мы все с вами. Вот такой доски стояла, диплом защищал. Затем она уехала, как я сказал, по одногодичной программе в Германию. И затем, когда этот срок закончился, она поступила там в, то есть в Штутгарте, в институт, с успехом его закончила. Следующий важный момент, то, о чем я вам говорил, взять на себя ответственность. Пока Уважаемые как бы, наши друзья, немцы развлекались на дискотеках, она, будучи студентом, работала как студент-практикант на Porsche, на Дарме Крайслере, и еще не буду перечислять на многих, скажем, практических и реальных предприятиях. Так вот, к моменту, когда она закончила институт, к тому моменту она была на две головы выше. И это важное условие. Потому что, когда стоят два одинаковых человека немец и украинец, как вы думаете, кого выберут? называя нас страной третьего мира. Вот этот путь к успеху, быть выше, круче, сильнее. Я с ней поговорил на эти темы, задал ей эти вопросы. Реализовалась ли ты как профессионал, как мама, как жена? Как ну, просто вот, любишь ли ты страну, в которой живешь? Я получил утвердительные ответы. Единственное, где она засомневалась, я спросил, а как ты думаешь, а в Украине как бы сложилась твоя жизнь? И она засомневалась. А я знаю, что у нее было все не хуже, потому что заслуга прежде всего не в стране, а в ней. Какая она была и чего она хотела. Потом она уехала в Индию, родила там двух детей, поехала за мужем, продолжала учиться, подрабатывать. А потом они уехали в Шанхай для того, чтобы сделать карьеру и вернуться на компании Bosch, всем вам известной, и вернуться в Германию и занять более высокие посты. То есть шесть лет они в иммиграции провели, да? Вот, вернувшись в 2013, м еще проработала три года, и в 2017-м она уже стала менеджером, проект-лидером, то есть э, выше среднего менеджером получает приличные деньги и счастлива во всех остальных сферах. Знает пять языков, в том числе и китайский, имеет дипломы в совершенстве, что дает опять-таки ей преимущества, да, русский, украинский, испанский, английский, немецкий, китайский э, в работе. Сколько процентов реализует задуманное? Одно я знаю точно. 100 процентов людей, которые уедут, столкнутся с теми сложностями, о которых мы с вами говорили. Сколько из них реализует задуманное? Я думаю процентов 5. То есть реализоваться во всех сферах. Адаптация социальная, быть счастливым, найти семью, любить тех людей, которые тебя окружают, новый социум, другой менталитет, приземлиться плавно, да? Так вот, ну в этом зале однозначно есть люди из этих 5%, может быть, не все. Все хотят в эти 5%, согласны, быть вот самыми сильными, крутыми. Но, но, к сожалению, есть остальные 95%. И нужно, кроме мечт, амбиций, быть реалистом и работать над собой, чтобы попасть в те 5%. Как смешной случай, Прочитал я опрос смешной. Опросили водителей, как они водят машину. Большая часть из них, не больше, все. Все ответили, выше среднего или хорошо. Все. Но кто-то же должен водить среднее, ниже среднего и плохо. То есть все туда стремятся. И когда меня спросишь, вот я еду за рулем, и я вижу, да я лучше среднего. Алексей Петрович спросил, не знаю, где он. Он сказал, я тоже лучше среднего. Я несколько раз вынос... машину из заноса выносил, выводил. То есть все лучше среднего, никто не хочет туда. Очень важно понять, почему украинцы хотят уехать, хотели бы уехать. Давайте посмотрим. Большие заработки, 74% украинцев по опросу, как бы, ну, связанным с работой, да? Это адекватно, мы уже об этом много говорили. Давайте дальше, дальше интереснее. Начало новой жизни, 52% людей. И у меня сразу улыбка. Ну, потому что э, к своим 33 я уже понял, что, что такое начало новой жизни. Так вот, ребята, люди, которые уедут, поменяется обстановка, поменяется зарплата, поменяются расходы. Но новая жизнь не начнется. Потому что новая жизнь начинается с изменений в себе. Убежать невозможно. Кто-то в горы уходит, да, кто-то в Германию уезжает. Почему? Потому что именно этот пункт «начать новую жизнь» говорит о том, что человек не совсем счастлив или несчастлив. Ибо если он счастлив, зачем ему начинать новую жизнь в другой стране и ехать к трудностям? Он несчастен. И он думает, тут я никто, меня никто не замечает, не уважает, а там я буду король. Но дело в том, что уезжая в страну, он все свои проблемы за собой утягивает. Все свое мышление, менталитет – то есть уезжает тот же человек, и он счастливым не станет, пока он в голове не поменяет. Это вообще сложно комментировать. Изучение другого языка в 21 веке уезжать в страну новую. Ну, не знаю. Все остальное более-менее адекватно, то есть по процентам можно в это поверить. А вот теперь интересно, смотрите. Мы сделали попытку произвести опрос в нашем институте медицинском, в Запорожском. Так вот, из двух курсов, это порядка там 700-800 человек, у нас есть данные, мои помощники мне их подтвердили, что 150 человек точно участвовало в вопросе. Ну, до них дошли эти анкеты с просьбой их заполнить. Так вот, ребят, ответили 37 человек из 150. Может, их и больше было, но 150 точно было. Так вот, уезжать ли или не уезжать. Да? 21 человек сказал, Украина за, 14 за граница, один Украина, потом за граница. Ну вот типа как я тогда, когда в 9-й больнице работал, думал, сейчас я опыт получу и уеду. Вот так. И один затруднился с ответом. Ребята, где ответы 113 опрошенных? Отсутствие интереса, непонимание, что делать за два шага до, до окончания института, Безразличие. Вот это милый человек спрашивает, что? То есть о каких мегаусилиях, о какой иммиграции, о каких трудностях можно говорить, если мы видим такую проактивность? Вот как раз, да, те вот 95% человек. Ну, все-таки, если человек решил, я и тут постарался дать ему пару советов, основываясь на тех знаниях, которые я получил в ходе подготовки. Смотрите, что поможет? Не преувеличивать значение финансовой составляющей, потому что новая жизнь, финансовая составляющая, это именно то, вот, что влечет туда. Хотеть жить в стране, в которую эмигрируешь. Ну, всю жизнь смотрел американские мультики, летал туда, люди нравятся, юмор понимаешь, традиция, культура, социум. Хочу жить в Америке, поможет. Не любить страну людей, из которой уезжаешь, из Украины, поможет. Украинцы все плохие, правительство плохое, сосед плохой. Ненавижу страну, хочу уехать. Ну, поможет, если, конечно, это не иллюзия. Готов, что тебя отбросят лет на пять назад. Однозначно должны заложить в себе такой фундамент, понимая, что быстро и легко не будет. Ну и то, о чем я уже говорил, да, быть на две головы выше и сильнее коренных жителей, чтобы успешно конкурировать. Что касается наших молодых докторов, вот смотрите, мы вот работаем тут на трех квадратных метрах как я сказал, сколько интеллекта сконцентрировано. Мы ими гордимся. Уедут ли они за границу, да, но ненадолго и только учиться. Поэтому, друзья, нужно правильно делать свой выбор. Идеального решения нет. Решение нужно уменять, менять. Поменьше иллюзий и побольше стараться разобраться в том, где ты сейчас находишься. Что касается меня. В своем докладе я все-таки призываю к тому, чтобы остаться, реализоваться, измениться. Я призываю к тому, чтобы строить то лучшее, что есть в Европе, в Украине. Чтобы мы оставили наследие, о котором мы мечтаем, а не опустошение и разруху. Я призываю к тому, чтобы строить новую украинскую медицину, новое общество и новую страну. И искренне считаю, что это и есть, значит быть патриотом. Possible.